Всем привет, начинаем разбор. Сначала показываю правую руку. Итак, давайте я буду озвучивать вам ноты. Гармония до мажор, тональность до мажор. И буду озвучивать ноты. До, до, ля, соль. До, ре, ре, ре. Такой фаршлаг. До, ре, до. До, ля, соль. Еще раз сыграю помедленнее. И в конце аккорд соль, си, ре, соль. Вот, посмотрели правую руку. Давайте покажу вам левую. Играю очень медленно. Смотрим внимательно. Давайте вам озвучу ноты левой руки. Начинается с ля минор. Прошу прощения. Начинается с до мажор. Соль мажор. До мажор. Минор, ре минор, и в конце соль мажор. Вот как играется фаршлаг. Смотрим внимательно. Когда у нас ре минор в левой руке. Вот, перед тем, как нажать аккорд, мы в правой руке играем нотку до ре. Вот. На вторую до нажимаем аккорд в левой руке. То есть у нас фаршлаг, он играется как бы заранее, перед тем, как нажать аккорд. Thank you.